Народ уже собирается, скоро начнется встреча. Доброго дня. Да, вот доброго дня. Замечательно, что приходят люди. Не забывайте, пожалуйста, расписывайтесь сразу. Вот. Вести регистрацию. Здравствуйте. Расписывайтесь, пожалуйста. Слушай, пока не отпускают. Тебе в конце сентября. Да, хорошо. Просто я не знаю, мне начать? Так, я или как? Начинать или как? Да. Ничего, пишем. Да. Так, друзья, те, кто пришел, я думаю, что вот это открытие мы сделаем под, не знаю, таким слоганом, наверное, «Жанет, мы с тобой», потому что действительно такая история. Жанет мы знаем все, в общем-то, достаточно хорошо и близко. Все, естественно, очень сочувствуем той ситуации, которая сложилась. Эту выставку мы задумывали еще летом, когда обстоятельства жизненные были другие. Хотя, на самом деле, буквально вот мы были в библиотеке, и у нас был концерт, посвященный Дню ВМФ. И на следующий день, нет, ночью, даже она мне прислала первый раз, что опознали кисть руки Дениса, но это было как бы еще. Это когда было? Это было на следующий день после. Ну, мы были, по-моему, 28-го. В общем, мы приехали, и ночью она мне прислала. Но мы даже об этом никому не говорили, но я во всяком случае, она тоже. Потому что все-таки была надежда, что мы увидим Дениса. Ну, вот так. И, ну, прошло, да, сколько, почти 1.5-2 месяца. Вот до того, как мы узнали эту печальную информацию. И когда мы делали выставку в Уфазе, у нас, конечно, был другой настрой. Но сейчас, наверное, это такое послание нам о том, что вообще человек всегда хочет сохранить жизнь, которая есть рядом с ним. И он сделал это для нас. Все эти мальчики, молодые. Девочки, Жанна Покалова, как всегда, прямой эфира, которые погибают, они погибают, чтобы жить.
И цветы, не знаю, тут есть еще были очень трогательные птички, которые фотографировал Денис. Это все жизнь, которая должна продолжаться. Но, к сожалению, цветок зимой умирает, весной возрождается, человек нет. Но все-таки мы сохраним память о нем. Человек возрождается. Человек возрождается уже, да, конечно, но как бы уже в другом измерении. Но я думаю, что нам нужно просто вспомнить о нем и как-то уже никогда даже не забывать о том, что он был рядом с нами. Таким тихим, спокойным, сдержанным человеком, который... Когда мы, кстати, тоже последний раз я лично увидела, когда мы здесь, все было в библиотеке. Всегда. У нас тоже было. Там такое, есть общие фотографии. Да, какое-то мероприятие. Вот он пришел, и я говорю: Денис, вы вообще как-то не любите наши мероприятия, редко посещаете. Он говорит: ну кому-то надо же работать в нашем городе. И, собственно, видимо, такой вот такая честность и правильность. Которая должна быть у человека, у мужчины, она вот и привела в итоге к тому, что есть сейчас. Но еще раз хочу сказать, что Жанна, мы с тобой, и я думаю, что мы еще что-то сделаем в память Дениса. Может быть, мы сделаем какой-нибудь альбом, может быть, еще что-то, не знаю. Скажите кто-нибудь еще что-то, потому что я уже, да. От библиотеки. Да, может быть, мне зачитать, вот мне да. Слава Ильича сказала зачитать слова Жанин, которые ты написала. Да, 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 да. Информацию. Ну, я тебе хочу сказать, что я Дениса только один раз видела, но когда в прошлом году там было мероприятие, посвященное флоту, я особо так его не заметила. Вот, кстати, вообще фотография там под стеклом, где он стоит, вот, вместе со всеми там на крыльце нашей библиотеки, мы вот. Хочу сказать пару слов, наверное, про Жанин, потому что я ее больше знаю, ну, часто с ней сталкивалась. Такой светлый, такой человек. Боже, что тут плакать, не знаю. В общем-то, мне безумно жалко. Я понимаю, что настолько это все сейчас мне сложный период, все это осознать, понять. Ну, как бы все это действительно вот нужно как-то это все осознать и простить, и жить дальше. В общем, у меня очень сложный период. Вот. И тем не менее, мы должны вот по такой роковой стечению обстоятельств сегодня как раз, ну вы знаете, у Дениса как раз похороны. Вот. Вы уже похоронили, да, по-моему, да. Вот. И как раз сегодня открывается вот эта выставка. Когда она планировалась, ну, начался в списках без вести пропавших. Ну вот. И как бы я мало знаю, но вот хочу прочитать. Жене, которая не попала, эти слова, просто хочу подослов прочитать немножко о нем. Думали, что будет больше народу, но Денис учился в политехническом университете на Минже и параллельно освоил военную кафедру. Поэтому он получил звание лейтенанта, поскольку высшее образование. Вот, военный билет. Он не приходил в срочную службу, если вы. Ну, мне так кажется, вы, наверное, тоже подтвердите, что он абсолютно был гражданский человек. Вот, ну, как бы, мои впечатления. Ну, вот, и, в общем, жил себе человек, жил, ходил на работу, занимался своими делами, строил план на будущее. 21 сентября 22 года жизнь поменялась кардинально. Бегать от страха по кустам как-то не по-мужски. Взяв волю в кулак, пришлось принять свою судьбу. Но даже в окопах, бомбежках человек способен видеть прекрасное. Природа вокруг, цветы, птицы, поля и леса восхищает и завораживает. И хочется жить, любить и радоваться, и верить, что вся эта красота все-таки сможет примирить людей. И вот эти фотографии, тут я хочу сказать, сегодня у нас будет такой план мероприятия, как «Задумала Жанет». Поэтому вы видите, вот эпицентр был в нашей выставке, он пустой, да, мы его будем создавать сами, потому что часть фотографий вот Жанет оставила, чтобы мы сами их сюда вешали. Вот часть фотографий в рамках, вот эти, которые Женя приготовила, там висят, но это еще не все фотографии.
Значит, сделаны они в зоне боевых действий Запорожья. Значит, командир первого штурмового взвода Денис Шишицкий попал на СВО по мобилизации в первый же день, 21 сентября, приняв вызов судьбы. Но даже на войне человек способен видеть прекрасное. А любовь к родине, как и любовь к природе, говорит о том, что русский солдат пришел не убивать, а спасать. И русский человек желает только мира. Эти фотографии сделаны в мае, а в июне офицер пропал без вести. Ну, вот куратор выставки его теперь уже вдова. Вот. И вот здесь я положу фотографию, которую жена приготовила, то есть она по ее задумке, как она хотела, все, то есть каждый берет фотографию, но здесь получится, что по несколько. Мы с вами вот за эти вот, я вот уже попробовала пару фотографий, то есть они прямо за вот эти уголки хорошо держатся. То есть мы сами будем оформлять вот центр этой выставки как бы своими руками. То есть так захотела Женя. Здесь будут лежать фотографии. Вот, и я тоже хочу сказать, Женя, мы с вами. Держитесь, пожалуйста. Скрепочки, просто скрепочки. Это все, ну, просто я тоже думала, что скрепочки, но там такие вот эти кармашки, они там можно держат. Просто вставить. Скрепку там просто, очень просто вставить просто. Можно. Хорошо. В общем, это был первый день, я даже не знаю, что мобилизация была уже объявлена, потому что они уехали туда же в отпуск. А понятно, то есть она оттуда, да. Из Волгограда. Да. Ага. Цыплята. Да, клюви, конечно, конечно, утяты. По цвету тоже. Я понимаю, что не пошли. Ну вот зацеплять за вот эти штучки, смотрите. Ну я вот одну зацеплю, некачественно. А вот если скрепка, вот видишь, она тут оказалась одна, еще одну, и это будет, так сказать, скрепка есть больше. Хорошо, да нет, скрепки-то можно принести, просто мне показалось, что... Смотри, как хорошо получилось. Ну, это, видишь, ветерок, может быть, падать начнет. Ничего страшного. Все в жизни падает. Просто не везде есть эти штучки, которые... Хорошо.
Я бы все делал на скрипке. Потому что хоть на одну скрипку. Не дай бог, там будет ветерок, там все. Укрепляем скрепочкой. Загнет. Ну, замечательно. Вот эти две, которые я повесила, они уже несколько дней висят, вроде смотри, ничего не подают. Ну, так никого не было, не дай бог, ничего. Да нет, всегда закрепить же. Неприятно, если свалится, если. Как хорошо быть высокой девушкой. Да? Посмотри, как высоко. Ты мне не разрешала разговаривать сейчас.
Ой, дорогие друзья, да, это самые близкие друзья, которые остались от общей встречи, которые повесили, да, сделали, как называется, не такую экспозицию, экспозицию, из фотографии Жанет, да? Фотографии Дениса, я извиняюсь. Знаешь, я попрошу тебя еще раз, прочитай, пожалуйста, потому что какой-то, ну вот, я была, да, все видела, слышала, но все равно какое-то осознание было. Это слова Жанны. Цветы с фронта. Жил себе человек, жил, ходил на работу, занимался своими делами, строил планы на будущее. 21 сентября 2022 года жизнь поменялась кардинально. Бегать от страха по кустам как-то не по-мужски. Взяв волю в кулак, пришлось принять свою судьбу. Но даже в окопах, в бомбежках человек способен видеть прекрасное. Природа вокруг, цветы, птицы, поля и леса восхищает и завораживает. И хочется жить, любить и радоваться. И верить, что вся эта красота все-таки сможет примирить людей. Эти фотографии, которые сзади нас, сделаны офицером действующей армии в зоне боевых действий в Запорожье. Командир 1-го штурмового взвода Денис Шершицкий попал на СВО по мобилизации в первый же день, 21 сентября. Но даже на войне человек способен видеть прекрасное. А любовь к родине, как и любовь к природе, говорит о том, что русский солдат пришел не убивать, а спасать. И русский человек желает только мира. Эти фотографии сделаны в мае, а в июне Денис пропал без вести. Его долго искали, неизвестно, да? Долго искали. Информация была, что там 7 или 8 июня в блиндаж попал снаряд. Ну, как бы, такая. Я так понимаю, что... И после этого уже никакой информации. Да, последнее было у нас мероприятие, когда Женя сказал, что у родителей попросили сдать кровь на ТНК, в общем. Все было с толпами тогда вот. Ну, как бы, можно было надеяться только на чудо, как я понимаю. То есть тогда уже стало все. Ну и вот когда уже выставка уже была повешена, буквально на днях стало известно уже, когда точно официально сообщили. То есть просто не сообщали официально. Ну потому что не было официального подтверждения. Да, и с ним погибло 10 человек, по-моему, там, при блиндаже, прямое попадание. На кладбище все ужасно. Благодарю. Да, целая аллея, где хоронятся те, кто был в СВО, как это там называется. Огромное количество мужчин и женщин. Там, я прочитала, что она снимала, у меня сестра, тоже девочка маленькая совсем. Вот. Да, ну совпадение того, что вот сегодня официально похоронили, у нас был выставка, может быть, это символически как раз говорит о том, что он остается с нами. Мы его помним, не хотим забывать. И примириться с этим мыслью довольно сложно, конечно. Даже человек, который снимает, да, не каждому придет, ну, снимает вот природу, снимает цветы, мужчина, да, который снимает цветы, это о многом говорит, какой человек, и... Да. И, в общем, что приходится, ну, пришлось принести жене, потому что вообще даже никак не проживаешь. Да. Дай Бог, чтобы таких жертв было меньше, конечно, вообще все прекратилось. А вообще, наверное, он очень трепетно просто относился к жене и цветы ей. Но
И цветы он ей отправил. Уже навсегда. Но все равно желает нас с тобой. А Денис, надо. Не-не, это снимать нельзя. Нет, все. Жень. Я хочу сказать, что Жанет ВКонтакте выложила. Выложила, да, выкладывала. Да, и написала. Сейчас найду ее страничку. Славочка, а ей отправить надо. К тебе поближе. Жанет написала про сегодняшний наш день, да, вот про наше мероприятие. 9 сентября в 16 часов в Петербурге откроется
Денисова выставка «Цветы с фронта». Запланирована еще в июле. Никто и не знал, что похороны тоже будут в этот день. Теперь Денисочка может быть в двух местах одновременно. И вот в афишу нашу прикрепила ВКонтакте, которую мы с вами приготовили. Что? Действительно, вечная память. Это, наверное, всем необходимо, да? Снова вспомнить и думать о том, что там. И вечная память тем, кто погиб там. К сожалению, приходят известия оттуда все больше и больше. Погибших. Погибших молодых. Молодые, совершенно верно. Война всегда выбирает молодых из самых сил. Хочу сказать, что у меня у мужа тоже на работе есть коллеги, у которых одной коллеги сын служит, а у другого служил внук и погиб буквально на днях. Он был тренером хоккейной команды в Подольске, в Подмосковье. И вот эту хоккейную команду, которую он так недавно зовут, ему было всего 26 лет. Потому что вечная память. Да, упокой, Господи. Мы с вами. Держитесь, крепитесь сильно. Маму и ваши близкие. Он опять пишет ВКонтакте на своей страничке. Жди меня, и я вернусь. Жди, не жди. Как оказалось, я уже не вернусь. Это 4 сентября, когда уже стало известно, что... Вот, оказывается, 10 человек, да? Да, в блиндаже было 10 человек прямого попадания. И, ну, в общем, там практически человек ничего не осталось. Ну, Павлик у нас тоже писал, что 50 где-то метров, или даже что-то ближе, я не помню, сколько метров. Но, в общем, рядом с блиндажом тоже вот этот «Хаймерс» разорвался. Все живы, ни у кого ни царапины нет. Но мы молимся чудом, днем и ночью. Это чудо Божие, это милость это Божия. И если не молиться, то это вообще невозможно. Да. А так надо верить. Надеюсь, на лучшее. Конечно, без этого нельзя. Последний портрет. Заметь. С мужем, Мишей. Ну, я отрезала одного лишнего, да, человека. Последний счастливый вечер с Мишей и Денисом. Ездили в Волго-Актюбинскую пойму, провели эфир, мониторинг, любовались закатом. Действительно, ничего не предвещало беды. И все у нас было вот так. И палец. Там еще с... Я вот так вот разберусь эту фотографию. Такой симпатичный. Да, он такой. Доброжелательный, да, такой? Ну, тогда вот когда... Спокойный. Вот, да, спокойный, уравновешенный такой был. Всегда там жена, там Денис, принеси там, пойдем. Она же принеси, да, ребят, какие-то 10 вечера. Ничего, ничего, не поменяла. Ну, в комнате, где Денис с этими коробками. Да. Нет, тогда действительно, вот на этой фотографии, на этой какой-то фотографии, не знаю, 5 лет. Он уже спокойно сзади, она такая... Про какую ты говоришь? Ну вот фотографии, вот между ними год разницы. Ну так уже, как будто бы уже прошло, да, сколько. Ну, в военной форме. Здесь он хоть даже худее в стране, это такое ощущение, что он не был. Для мне общее такое уже выражение. Ну, надеюсь, что. А это была выставка, да, «Путь от фотографа, любителя». Ну, это же не куратор, а да, здесь да, она тоже должна до первого кураторского. Ну, как бы, здесь она должна была тоже. Угу.
хотела приехать прямо. Еще фотографии принести. Да. То есть она, мы планировали еще вот это вот место, ну, пластилина, тоже Женя выложить, у нее привезены были осколки из Донецка какие-то, вот эти еще фотографии, она сказала, что придет, может, так было бы еще там, да, тоже. Ну, вот этот сценарий выбрала, что должно Миша с вами фотографии все присутствующие. Ну, да, думаю. И вот это все, это ее задумка. Она должна была к 9-му вернуться, что она будет почистить, я вам день рождения. А здесь есть он на фотографии, нет? Где? На этой вот. Так на вот этой. Же, это его похороны. Ой. Это вот его, с его похорон. Это, да, ой. Это вот он такой выслал, я встречу. Да. Все понятно. Фуражка офицера, да? Лена, это Денис, да, на фотографии, на портрет? Да, портрет. Денис, у меня же фотографии тоже тогда расскажу. Что нашли? Да, это уже давно, ну, какие-то такие у меня, конечно, были вот это с этого. То есть, когда при увеличении качество очень сильно портится, ну... Нет, очень хорошая фотография. Там в полный рост, или то ли с вагона, там рельсы, да. То есть это на, где-то на путях, там очень рельсы, это точно, да, на рельсы, да. Донецк тогда, что она же ездила. Да. Видимо, она уезжала, а он ее провожал. И вот эти строчки, что жди меня, я вернусь. Она ему ботинки ей принесла, да? Вот это так. Что, ну, еще ну, раз, еще он, раз. Ну, она ездила в Донецк, ну, когда еще они были в Донецке, да. Это была весна. На передовой. Зима, по-моему, тоже. Но она была холодная, довольно сложная, да. Привезла ему ботинки. Тепла там не было, воды не было, она стирала там, набирала там это речка, озеро, запруд, я так поняла, сделала, в общем, находилась за водой. А на фотографии там была, она... вот она еще говорила, что удобно в эту воду, потому что там камень, ну, из-за бомбы камень сюда отваливает, так понимаю, что вот на этой фотографии там. Эти фотографии. Сейчас посмотрим. Да, последний. Она когда привезла тоже какое-то количество фотографий, выставляла в Союзе художников Донецкие туманы. А потом их отправили уже на передовую, туда же ехать было нельзя. Она, конечно, хотела, но... Да, их перекинули в запорожское направление, и там было самое страшное. Носорубка, он был капитаном, да, капитаном мотострелкового взвода, по-моему. Угу. Да. Что? А в прошлом году, да, на День флота, он присутствовал в этом зале вместе с Жанет. У нас была выставка, посвященная Дню военно-морского флота. И Жанет приносила свои фотографии, он сопровождал. И в конце мы сделали очень хорошую такую фотографию. Да, все участники этого. Ничего, да, не знает, что это будет. И даже никто не подозревал, да, что через год с небольшим, даже через год человек уже не будет. Да. Вообще хорошие он слова сказал, что я взял себя в руки, да, как потом там сказал, да. И понял, что надо быть мужчиной. Да. Ну и выполни свой долг. Можно общую фотографию показать? Да, и общую фотографию тоже.
Где она? Какая вообще? В витрине, в последней.